Привет, друзья, всем на канале. Тут сегодня займемся ремонтом лобзика. Вот лобзик старый, ну, работал, уже был случай. Получается, вот двигатель работает, а пилка не пилит. Вот я нажимаю, крутит, а лобзик, сама пила, не работает. Ну, сейчас разберем. Причина там элементарная, ну, надо идти. Так, ну, все, вот разобрал. Тут разбираются крышки на шурупах. Шурупы откручиваем, аккуратно крышку снимаем. Вот механизм. Двигатель. Вот он и крутится. А вот пила сама. А пила, вот тут кривошип стоит. И вот эта втулочка. Вот. Ось и втулка. Приводит ее вперед-назад, пилит. Ну вот выскочила вот эта вот втулочка. Наша задача, собственно, поставить сюда, вот в эту шестерню, вот эту оську. И все. Будет она работать опять. Вот она крутится. А это стоит у нас пилка сама. Она должна вперед-назад бегать. Так, ну все, вот. Запрессовал я эту оську с этим втулочкой. Все, теперь у нас вот это работает. Крутится. Сейчас поставим наш на лобзик. Значит, я предварительно эту оську, чтобы не выскакивала больше, залудил с кислотой немножко и залудил тонким слоем олова. И с молотка потихонечку забил. И она сейчас плотно-плотно. Ну, посмотрим по работе, насколько хватит. Чтобы не выскакивала. И вот весь ремонт сейчас будем собирать. Так, ну вот, все, собрал я. Поставил. Вот мы колесико крутим, вот двигатель работает, да? И вот пошла наша пила. Вперед-назад, то есть пилит. То есть вращательное движение мы превращаем в поступательное. Вот весь ремонтик, как говорится. Ну вот, вот она втулочка, вот я запрессовал на оське, все работает. Кому-то может пригодиться это видео. Что выкидывать жалко, сейчас покупать новое, это, тем более лобзиком, ну, нужен хозяйство, редко, но нужен. Пользуемся редко, но надо. Вот починили тут за полчаса его. Вот он вперед-назад бегает, все как положено. Ну, сейчас крышечку поставлю, и все, он готов к работе будет. Вот такой ремонтик лобзика. Вот так он устроен, вот регуляторы, кнопочка. Вот, все просто. Щетки, движок. Движок как вот на дрелях стоит. Так, вот и вся система. Так, ну все, вот собрано. Нажимаем кнопочку, и наш лобзик. Как часики. Все, вот и ремонт. Так что всем желаю удачи. Пробуйте. Можно, в принципе, потихоньку, не спеша, внимательно разбираться в устройстве инструмента и своими силами чинить его, так сказать. Тут причинка была очень маленькая, ну, без нее, кажется, он не работал. Ну, еще, я думаю, в быту у меня послужит выручалка. Лобзик, что-то отпилить, там ламинат ложил с него, и деревья подпиливал, и мелкие пиломатериалы, ну, и так далее, и так далее. Хорошая вещь. Вот уже сколько лет работает. Вот единственная вот проблемка была вот с этим вот механической неполадкой. Ну все, ребята, всем пока. До встречи на канале. Всем удачи, здоровья. До свидания.